тех, у кого совсем нет денег. И у тех, у кого денег так много, что они не знают, куда их девать. Для них жизнь не имеет смысла. Если у тебя слишком много денег, что бы ты ни купил, ни съел или выпил, все будет скучно и неинтересно. Так женам, богачам еще развлечь себя. Игрокам проследовать за персоналом на площадку для новой игры.